На берегу реки вода подошла вплотную к берегу, плиты действительно почти нависают над водой. Люди звонили, да, как такой жалобы не было, люди звонили, что вот аварийная дорога, в администрацию района была передана информация, дорога находится на балансе администрации района. Ну, район помог нам, и в прошлом году мы отремонтировали дорогу по деревне в качестве объездной, в этом году вот она перекрыта таким образом. Знак поставлен администрации района. Зачем также. Зачем знак стоит? Зачем кучу делать? Наши люди, знаки для них это ничто есть. Если какое-то препятствие, ну, видите, препятствие есть, тем не менее сделали объезд в любом случае. Если перекопают, я думаю, что все равно будут объезжать здесь. Обвалился берег. Там полдороги съехало в берег. Ну, сейчас дорога там перекрыта. Перекрыта. А будут ездить теперь где? Вот здесь ездят. А вам вот здесь. Устраивает? Не устраивает. Почему? Как ездят? Набор ездят, в деревню сюда ездят, в лагеря ездят, вот в лагерь Искра. Ездят, ее ограничения, наверное, нигде не поставлены, потому что больше эта машина еще потише едут, а маленькие так только вжик. Грузовые, миксеры, вообще дома туда возят, стройка там идет. Очень плохо. А как вы к этому относитесь? Я, конечно, против. Ну, вот хорошо забор поставили, а то так вообще очень плохо будет. Дорогу надо ремонтировать, вот тут дорогу надо укреплять и ремонтировать. Если ее сделать, и ведь и лагерь, и все будет существовать нормально. Поэтому я считаю, что дорогу надо делать. Прежде чем закрывать дорогу, было предложено одно из решений. Дорогу не закрывать, просто-напросто плиты от берега отодвинуть на безопасное расстояние в сторону. Будем еще предпринимать какие-то меры. И по поводу ремонта дороги через населенный пункт, и по поводу ограничения вот этого еще раз. Да? То есть, ну, опять же, мы с вами прекрасно понимаем, что даже если мы там перекопаем, сделаем что-то, люди все равно будут ездить. То есть знак выставлен, люди соответствующим образом уведомлены. Ну.